Все вместе. Вы как оператор работаете. Главное, мою корову. Да. Она со мной везде ходит. Да? Главное, мне ее потом не забыть. Тихо, не надо, да ты рыт. Тут, пожалуйста. А, ты свою хочешь забыть? А мне это не мешает. Смотрите, идея такая. Берем краски. Все, поехали. Вы боком ко мне встаньте. Отсюда снимаете, вот отсюда. Отсюда, да? Угу. Вот отсюда. Да. Потому что там рука будет закрывать. Боком чуть-чуть. Нет, вы поверите ко мне боком. Ну плечо. Вот, все, вот так, отлично. Ну поехали. В лучших традициях японской этой самой, да? Хотя они-то рисуют черной тушью. Но мы все-таки будем чуть-чуть цветную, наверное, рисовать. Я был в Китае. Да? Все в Москве. О, нет. Тут надо. Блин, кисточка. Или все-таки черный? Нет, не буду черный. Камочки. Воды не бери. А где? Какой? Вот столик. Просто воды холодные. Воды не бери чуть-чуть. Допустим, прочного цвета, 80. Да, видно. Из-за плеча лучше, да? Конечно, трудно. Она такая финтовая, у меня бумага. Очень трудно, конечно, с этой бумагой. Непонятно, она такая непривычная. Как она впитывает. Я твою матерюсь об этой бумажке. Сейчас Эвира сделает себе бумажку. Еще чуть-чуть. Ну вот так вот можно. Я тороплюсь, видите, уже. Это что? Это? Ровно то, что я рисую. Нет, если сейчас... Нет, твоя ручка. Интересненько. Где вода?
не объяснила, то мне как всегда батарея садится на самом верхнем месте. Я не знаю. Нет, нет, нет. Я сейчас делаю просто... Ира, нет, 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 у меня будет радужа. Ну что, подсказывайте, фон надо рисовать? Или надо? Можно, можно, но... Какой? Может... Небесного цвета нам интересно будет, мне кажется. Лазурного, да? Слушайте, вообще, да? Из ничего картина. Самое главное, бумагу сами сделали. Как это, как сырье подходит, да, для рисования? Ну, надо приспособиться. Ну, так на этом была вся культура построенная, это самое, восточно-китайская. Здорово, но да? Но они, правда, больше не столько рисовали, сколько вообще это самое, гравюры на ней печатали, я так думаю. Ну, да. Ну, вот здесь вот может быть лишнее. Ну, а мы вот сейчас вот... Вообще... Я уже преподавал, но если хотите, давайте начнем. Давай. Мне вот понравилось, как тут организовали все это дело. Ой, вот видите, вот это лишнее. Сейчас. Она... Желтая. Вот лишнее пятно это, вы мне вот тут подсказали. Желтоватое, может быть, что-то, нет? Я что-то буду. Вот это вот было лишнее. Ну, теперь придется... Все так делать, да? Может быть, действительно шляпку какую-нибудь? Нет, белый вообще противопоказано, поскольку это сразу нарушает стиль, нарушает. Тут надо теперь искать какие-то вот такие вот моменты. Ну, усложнила задача, в общем. Да. Ну, как всегда, послушай женщину. Сделай наоборот. Сейчас еще чуть-чуть. Придется мне здесь что-то закрашивать. Каким цветом непонятно. Да? Все это решается моментально экспромтом. Как бы вот все эти. Ну вот, вроде бы я выкрутился. Ага, да, да, типа ну, венок там да, что-нибудь. Да, да. Да, так интересно. Ну это вот, когда свои ошибки превращаешь в достоинство. Это же еще и ценнее. Да, да. Это как раз самое, самый цимус, да. Так, ну я... А все уже... Скажите. Ну, может быть, сюда что-то продвинуть, но я уже боюсь, поэтому мы сейчас... Сделаем следующее. Сегодня у нас какое? 26-е? Это вам мой автограф. Двадцать шестое. Пятое. 18. Вот. Нет, вы так вот снимаете. Так. Вот. Ну, вообще, чуть-чуть можно еще подрисовать, хотя я всегда рискую, когда я берусь доделывать, я рискую подпортить. Потому что вот в акварели самая прелесть, это вот свежесть первая. А вот начинаешь что-то дорабатывать, там, доделывать. Это не масло, это можно было дорабатывать. Совершенно правильно. Вы абсолютно правильно говорите, потому что... И вот поэтому я люблю именно акварель, она честнее. Да. Она честнее. Масло, оно предназначено для каких-то ремесленных больше работ. Что? Вот. А акварель – это настоящее искусство, когда ты с материалом работаешь непосредственно, сразу с неукрощенным, с таким, понимаете? То есть это честная такая... Ошибся, так ошибся. Это... Ну, вот давайте, если хотите, я, может быть, пока я в Иркутске, я сейчас вот, уеду на лето, то вы меня найдите в Фейсбуке, да? Но этот, сделайте аккаунт. Потому что у меня вся информация. Вся информация в Фейсбуке идет, да? И поэтому там легче. Вот, вам совсем не обязательно писать, ведь это просто можно читать и все. Ну ладно, все, хватит. А нет, еще надо... Где? Спросить, там,
где вы кого спросите? Вас? Сейчас? А я не знаю ничего. Я не на ближайшее время ничего пока не планирую. Красиво вообще. Да не просто красиво, это вообще искусство. Да, это настоящее. Живое. Вообще. Вот приятно ценителей видеть. Художник, конечно. Не, а в Иркутске так мало людей, которые вообще понимают это. Почему? У нас нормально относятся. Вот был этот, приезжал, московский, то как его? Ну, не всем понравилась выставка, потому что там какая-то халтура была. Как его? Ну, Сафронов, Никас Сафронов. Не вспоминайте при мне его фамилию. Ладно, не будем. Кстати, Сафронов вообще не художник. Ну все, пожалуй. Конечно, вы правы. Он, надо сказать... Все, да? Спасибо.